Здравствуйте, меня зовут Агата, мне 22 года и я закончила университет. Так как же я рада тебя видеть! Агата, ты уже здесь? Ты Александр? Ты любопытная девушка, Агата. Да, попроси кого-нибудь отнести их наверх. Куда ведет эта дорога? Это нечестно. Все будет хорошо. Держи себя в руках. Будь осторожна. Ты все еще можешь оставить следы. Это что, прикол? Я завещаю мисс Агата Харрис, моей племяннице. Я чувствую разочарование. Простите, что? Ставки больше не принимаются. Могли бы подвинуться. Вы меня слышите, сэр? Сэр.